Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам про кангальскую овчарку. Кангальская овчарка – порода, гордость Турции. Эти собаки умны, послушны, преданы и невероятно выносливы. Что несколько веков назад, что сейчас, турецкий кангал активно используется для охраны овец на своей родине и в странах Азии. А в конце прошлого века представители породы были экспортированы и в многие другие страны. Среди последних – Австралия, США, Италия, Россия, Намибия. Порода не популярна пока в России, но сама порода замечательная, послушная. Я даже не знаю, с кем ее сравнить. Ну, по поведению, как овчарка, только не такая агрессивная, я бы сказала. Замечательная порода, мне очень нравится. Я бы советовала вам, чтобы заводили люди в России. Кангальские овчарки – крупные, крепко сложенные собаки. Рост холки у них обычно составляет от 71 до 81 сантиметра, а вес, как правило, колеблется от 40 до 65 килограммов. Стандартом породы допустим любой окрас, но наиболее популярен кремовый. При правильном воспитании и социализации с самого детства кангальские овчарки вырастают неагрессивными собаками, способными хорошо ужиться с другими домашними животными и поладить с детьми. Вообще абсолютно миролюбивая, но в то же время охранник. То есть вы сейчас на выставке, подойдите к ней, что хотите, и делайте, залезьте ей в рот, залезьте под хвост. Абсолютно всем все дает, но это за территорией, то есть на чужой территории. Домой, конечно, она никого не пустит чужих. Очень неаккуратно к чужим, если кто-то приходит, из рук никого не ест, из чужих, то есть вообще замечательно. Я довольна. Уход за кангальской овчаркой несложен, однако важно заметить, что эти собаки больше подходят для жизни в частном доме, нежели в городской квартире. Этим животным нужны постоянные физические нагрузки. При содержании кангальской овчарки необходимо уделять внимание состоянию глаз, ушей, зубов и когтей животного. Также важно не забывать о шерсти собаки. Ой, мы ее редко. Питание у нас убралка. Каша на говядине. Мыть их особо-то не надо, она в вере у нас живет. Перед выставкой можно помыть, а так особенно их не нужно. Они не сильно вонючки. Вот она у нас линяет уже, наверное, месяца три, никак не может вылинять. Чешем, но все равно линька еще не закончилась. То есть она все еще линяет. Сколько расчесывать, еще даже нельзя. Средняя продолжительность жизни кангальской овчарки составляет 10-12 лет. О других интересных породах вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!